Здравствуйте. Видео подготовлено сайтом online-gdz.net, номер 126. Округляет до миллиона числом 26 547 тысяч 49. Три ученика дали следующие ответы. Нужно объяснить, какую ошибку допустил каждый из них, и дать правильный ответ. Давайте сначала правильно округлим, и потом будем смотреть, что за ошибки допустили ученики. Итак, число 26 547 тысяч 49. Надо округлить до миллиона. У нас здесь 6 миллионов. Справа от разряда миллионов стоит цифра 5. Значит, разряд миллионов будем увеличивать на единицу. Было 6, станет 7. А все, что после разряда миллионов, по правилу округления, мы должны заменить нулями. После разряда миллионов 6 цифр, значит, мы должны дописать 6 нулей. И получаем приблизительно 27 миллионов. А теперь смотрим, какие ошибки допустили ученики. Маша округлила следующим образом. У нее приблизительно равно 26 миллионов. Маша округлила неверно, так как в разряде сотен тысяч стоит цифра 5, мы только что говорили. И значит, разряд миллионов надо увеличивать на единицу. Она не увеличила. Как было 6 миллионов, так и осталось. Смотрим ответ Лили. У нее приблизительно получилось 2 миллиона 700 тысяч. Она вроде как правильно после двойки увеличила цифру на единицу 7, но при этом после разряда миллионов стоит 6 цифр, должно быть 6 нулей, а у нее всего 5 нулей, то есть в ответе указано неверное количество разрядов, всего 7 разрядов, а надо 8 разрядов. И смотрим ответ Кости. Костин ответ неверный, так как округление произведено до сотен тысяч, а нам надо до миллионов. И поэтому он неправильно нашел округляемый разряд. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.